Вот iPhone X. Теперь разблокировать его так же просто, как смотреть на него. Давайте попробуем снова. Так, давайте возьмем запасной. Здравствуйте, друзья. Сегодня бы хотел рассмотреть последние новости о iPhone 10, который выйдет, по-моему, в ноябре 2017 года, ну и немного рассказать своих мыслей. Ну, во-первых, конечно, и при Стиве Джобсе были всякие накладки и какие-то функции не работали, но не основная функция, которая отличает ваш телефон от других, iPhone от других, это сканер лица, который не сработал на презентации. Таких фейлов, мне кажется, еще не было. Потом, немного юмора, в Китае начали продавать маски для защиты лица владельцев iPhone X. И вы знаете, не у всех, я думаю, не все смогут ответить, для чего вообще маска нужна. Ну, маска нужна для того, чтобы во время сна, если вы спите, вас никто не сфотографировал и не снял ваше лицо как-то в 3D и не разблокировал ваш телефон по вашему лицу, когда вы спите. Вот такая вот юморная особенность, хотя и разработчики заявляют о том, что нужны открытые глаза для того, чтобы разблокировать телефон. Но несмотря на это, естественно, китайцы производят пластик, загрязняют атмосферу по любому поводу, и, естественно, данный повод тоже их коснулся. Потом, что я хотел бы сказать о самом телефоне. Мне кажется, к сожалению, Apple без Стива Джобса постепенно сворачивается под руководством Кука, да, который сам присознал, что он голубой. Но в чем особенность? Все дело в том, что мне кажется, что чем лучше вообще iPhone 10, чем, скажем, Samsung Galaxy S8, если я правильно запомнил, как он называется, на мой взгляд, Samsung, а точнее iPhone 10 во многом даже проигрывает по внешности тому же вышедшему ранее, там, я не знаю, на полгода или на год, Samsung Galaxy S8 или S8 Plus, ну вот сравните, да, по даже фотографиям, выглядит лучше, на мой взгляд, и сзади, и спереди именно Galaxy S8. Давайте так, по-серьезному, что же нового, крутого в iPhone 10? Собственно, новый процессор, производительность. Для чего нам нужен этот новый крутой процессор? Производители нам не сказали. Стив Джобс всегда показывал, для чего, где вы можете применить, как вы можете этим пользоваться ежедневно, чем поможет нам этот крутой процессор в iPhone 10. Мы что, сможем, скажем, подсоединять этот iPhone, и использовать, скажем, как macOS, да, как системы с macOS? Нет, не сможем, как отдельный компьютер. Для чего нам этот процессор? Мы что, сможем делать то, что не можем на других смартфонах последних топовых делать? Нет. Вот эта кнопка пропала, да, сканер лица, который уже, очевидно, у всех вызывает сомнения, и вообще, почему я должен постоянно смотреть на экран и так далее. А если у человека, извините, опухло лицо там, или опух зуб и так далее, даже с обычным человеком уже баги, вот, который смотрит, да, и, собственно, не работает приложение. А что же будет, если человек вообще что-то, бывает, случится с его лицом, да, или он там будет очень темно и так далее и тому подобное. Под темно, я думаю, конечно, все рассчитали. Что я хочу сказать? Чем лучше iPhone 10? Плюс у меня был ролик, какой ПК можно собрать за стоимость iPhone 10. И вы знаете, я собрал, взял там последний процессор, конечно, без приставки Кей, которую можно было бы разогнать, взял последнюю топовую видеокарту, конечно, не самую топовую, такую, как приставка Ti, но самую последнюю, самую топовую от GeForce. И все это с корпусом неплохим и так далее, конечно, можно было бы там лучше собрать, обошлось мне в стоимость, в начальную стоимость самого дешевого iPhone 10. Представь себе, что вы выберете, систему, которую вы действительно можете что-то создавать, поставить даже тот же macOS, да, и что-то там делать с нехилой производительностью, согласитесь. i7, да, Intel Core с
с очень большой производительностью относительно тех же конкурентов, ну и вообще с количеством с 8 потоками и так далее, тому подобное, с отличными характеристиками, что можно сделать с этим компьютером и так далее. Очень многое. То есть создавать те же видеоконтент, создавать, быстро рендерить видео, да, либо в каких-то, значит, программах быстрее работать. Все это позволит вам вот этот компьютер. Это, конечно, не реклама, ни в коем случае не CityLink. Я сразу же говорю, что вы можете дешевле, естественно, собрать по отдельности детали, найти в других местах, чем в CityLink. Поэтому вот такая вот моя мысль о iPhone 10 и вообще в целом